Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вечером у нас большой и недооцененный праздник Тубишват, Новый год деревьев. Вообще, не зря написано, человек — это дерево полевое. Очень много связей между человеком и деревом. Написано, что в этот день деревья начинают питаться новыми, так сказать, новой энергией, новыми водами. Так и человек с этого дня, в том аспекте, где он дерево, где он приземленный, где он материальный, вот во всем этом мы начинаем получать новое питание. Все обновляется. И вообще огромные параллели между деревом и человеком. В духовном, телесном, везде. Как дерево, так и человек нуждаются в мощных, глубоких корнях. Постоянной заботе в первые годы жизни. Надо охранять от плохих веяний, от неподходящей среды. Если молоденькое дерево не так себя вот растет, как задумано, стараются вот, ну, рядом с ним устойчивую подпорку, связать их вместе, дерево будет расти. И также и для взрослых, и для человека, и для детей. Когда ребенок, например, не проявляет интереса к духовной жизни, как и дерево, поливайте дальше, заботьтесь, увидите, все будет в порядке. Что у нас Тубишват? В чем это, во-первых, великий день написан для нахождения второй половины своей и для мира в доме, установления шалом-байта в доме. Вообще Новый год деревьев символизирует избавление большое, вот, конечное. Представьте себе такое холодное, замерзшее дерево. Зимой, кажется, уже вот-вот-вот-вот, все, и нет спасения. Но с наступлением Тубишвата происходит пробуждение. В глубине дерева написано, в этот день в глубине все начинает зарождаться пожар, как воскрешение из мертвых. И оно приобретает способность, начинает плодоносить. И так с нами то же самое. В этот день мы с вами начнем сейчас, наконец-то, немножко. В этот день стараются накрыть стол. Кто может, берут вообще 15 видов фруктов и сколько найдется плодов земли Израиля. Считается, что очень хорошо во время, сколько получается, еще раз говорю, 15 или 2, как получится. Читают Шария Малот, то есть Тегилим с 120 по 134. Да? Написано, что очень хороший обычай пожертвовать сдаку в Тубишват в размере 91. Пурдот вот этих древних монет в соответствии числовое значение слова «илан» – «дерево». Еще это день, когда сгула такая большая удостоится идеального итрога. И Бен Ишхай, такой великий мудрец, говорил, что в этот день Тубишват надо молиться, чтобы у всех была возможность иметь достойный, красивый итрог в праздник Суккот. В книгах, кстати, Кабалы написано, что специально, вот когда остается итрог, у кого что там, кто хочет с ним что поступить, варят варенье и его ставят на стол Тубишват. Еще говорится, что тот, кто ест итрог в Тубишват, может на каком-то другом уровне восполнить недосып за весь год. Что еще? Раби Хаим Паладжи писал, что надо Тегилим читать за столом, кушая в этот день, потому что фрукты, потому что после Тубишвата всегда наступает другой духовный уровень. И книга Бней Сахар пишет, что существует связь между Туби Авом, 15-м Авом, знаменитым, и Тубишватом. Подобно тому, как в Туби Ав, 15-й Ав, день влюбленных и время обретения пары, так и Тубишват, у него та же сущность. Да? И в Туби Ав начинается ровно он за 40 дней до сотворения мира, 25-го Илула. И там и тайна его с Тубишватом пересечена полностью, в этот вопрос мы уходить не будем. Пели Яце, знаменитая книга, писала, что Тубишват – время, предназначенное для того, чтобы сделать раскаяние и починять недостатки. То есть, как бы, это день анализа, надо еще подумать, посидеть, куда я там, как, куда я расту, как дерево, куда я, если меня что-нибудь сбивает, что мне подправить, может, какую-то подпорочку, что-то сделать. То есть, это день, когда надо немножечко покопаться в себе. Обязательно радоваться, это по-любому, да? Это день для сгула, если на высокий заработок, да? В трудах великого Аризаля написано, что в этот день, когда мы говорим благословение перед поеданием фруктов, посылается специальный ангел, отвечающий за тот или иной фрукт, наполняет изобилием мира и вот в этой плоскости. Есть еще вообще написано, что тикун, вот как бы исправление этого дня, великое деяние этого дня, очень простые. Это употребление в пищу плодов, вот этих, о которых мы говорили, и говоря на них благословение.
Мы пробуждаем, самое главное, мы пробуждаем внизу, мы делаем, не понимая, почему мы там откусив плоть, я что-то меняю вверху. Но написано, что есть духовное правило. Пробуждение в нижнем мире ведет за собой пробуждение в верхнем мире. И появляется новый свет. Вот этот свет мы рождаем, не пропустите, это очень большой праздник. Брахава от слаха.